Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана пультом от стабилизатора Hohem и Steady Gear. А более конкретно связано с тем, что внутри этого пультика, кстати, из Steady Gear можно воспользоваться и смартфоном, программным обеспечением для различных систем, как Android, так и iOS. Но дополнительно вот есть такой пультик, который можно управлять. Внутри находится аккумулятор, который уже немножко подыхает. Вот он есть, быстро разряжается, надо его поменять. Вот такой пультик. Для этого был заказан аккумулятор, шел достаточно большое продолжительное время, где-то около 2 месяцев, плюс еще наложились праздники, Новый год, поэтому доставка была достаточно долгой и продолжительной. Все пришло, как обычно, в сером пакете, шло землей, потому что самолетом нельзя отправлять. Ну вот пришло в таком варианте. Ну, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Купил я 2 аккумулятора, на прозапас еще. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, вскрываем. Вот внутри находится такой вот аккумулятор. А вернее, 2. Они вместе с собой скреплены. Сейчас мы их открепим. Здесь есть штекер, но сразу хочу сказать, что штекер не подойдет, скорее всего. Там должен быть, здесь 1,25, по-моему, миллиметра между контактами, а там, по-моему, до миллиметра. Вот такой вот аккумулятор. Стандартный аккумулятор, чтобы уместился непосредственно в этот пультик. Пошел. Сейчас давайте мы этот пультик вскроем. Для этого нам понадобится соответствующее оборудование. Наш коврик. И понадобятся инструменты стандартные для вскрытия таких устройств. Это медиатор и специальная пластиковая, ну, открывашка или как-то, для того, чтобы вскрывать. Итак, давайте вскрываем наш пульт и смотрим, что за аккумулятор находится внутри. Еще один инструмент на всякий случай. Вот плата, вот здесь вот представлен аккумулятор. Сейчас мы его достанем. Вот такая плата. Как обычно, лежит там на двухстороннем скотче. Давайте я сейчас здесь отрежу, подпаяю и вернемся непосредственно уже устанавливать обратно новый аккумулятор. Итак, мы припаяли двухсторонний скотч.
Я вам предоставил информацию об аккумуляторе, который можно вставить в пульт стабилизатора Hohem и SteadyGear. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.